Сегодня 20 ноября, с вами Терехина Мария с ежедневным репортажем трейдинг-центр Лэб-ТВ. В этот понедельник доллар США растет. Далее в течение этой сокращенной рабочей недели в центре внимания будут основные показатели. Сегодня же инвесторы будут следить за выступлением президента ЕЦБ Марио Драги и вице-президента ЕЦБ Виктора Констанцио. Тем временем форекс-маркет имеет следующее значение. Фунт по отношению к доллару подорожал на 0,2% и составил 1,3242 пункта. Пара доллара и иена на 0,2% выше. Текущее значение 112,26 пунктов. В центре внимания курс евро и доллара. Пара играет на повышение. Долгосрочные позиции будут выше 1,1750 пунктов со значениями 1,182 пункта и 1,185 пунктов. Стоимость драгоценных металлов колеблется. Золото имеет бычий характер торгов. Долгосрочные позиции будут выше 1284 долларов со значениями 1297 долларов и 1301,5 доллара. Серебро на 1% дешевле и стоит 17 долларов 21 цент за тройскую унцию. С вами была Терехина Мария специально для трейдинг-центра Лэб-ТВ.